Кстати, может, ну его? Чего? Ну все, считай, что мы убили главного босса, все. Ага, как же. Ладно. Так, надеюсь, кинжал у тебя есть. Да, потому что, не знаю, написано, что я его не взял. Это как так? Или может, засчитал, что, это как но бы ты решил головоломку? Задание. Может, ты головоломку решил, тебе засчитало это. Может быть, должен был я бы ее решить. Хотя это тупо. Успешно сохранено. Так, с бабой поговорим потом, где у нас снаряжение. Все, кинжал у меня есть. Фу, я-то подумал, что так зря старались. Теперь я буду такой же, как и ты. Красивый и бесшумный. И быстрый. И практичный. И удобный. И эротичный. И такой же, такой же занудный. Да. Ладно, баба. Стикс. Every guard in the city is looking for you. Congratulations on your discretion. I stepped on a big roach. Unfortunately, it turns out it was their idol. Thanks to you, the airships are confined to docks. All takeoffs are forbidden. They're searching them one by one, and they'll find you if you stay here. You gotta help me get out of here. I kept my part of the bargain. I haven't forgotten, Sticks. Take off your clothes and get in this cage. Thanks for the offer. But you're not really my type. I've heard the goblin prison leads to Wilderan, the hunter's village, at the foot of Korengar. I can use my uniform to get you in there, and help you find your way to the outside. Oh, great idea! Stark naked in a place filled with guards. You come up with that on your own? Listen to me. If you want to get out, it's your only option. From the prison command post, I could open a passage for you to the free world. And as for your equipment, I'll put it in the chest. That will allow you to escape to Wilderan. Sounds like a horrible plan. So let's do it. It's not like I got any better ideas. Отлично. Блин, слушай, чувак, я не знаю, как у тебя, но если я на нее смотрю, то у нее как будто глаза зацензурены. Да? Да, нет, это кажется, все... такая черная полоска над ее возле ее глаз. Нет, у меня все цензура. Нет, блин, у меня походу системы не хватает мощности. Да. Глаза не рисуются. Гоблинская тюрьма. Тоже такое бывает. Так, если же не. Так, все, королеву убили. Фу, я думал, будет сложнее. Угу, ясно, я прочел. Теперь мы имеем статус говорящий гоблин. Отлично, давно мечтал. Да, конечно, зашибись, теперь мы вообще известны даже. Моди, я кушать хочу. У меня там на кухне картошечка, мясо. Можно я пойду покушаю? Это будет последнее, что ты сделаешь. Надо было раньше думать. Lysoril is looking for a talking goblin. You think it's this one? I doubt it. Can you talk, you stupid green turd? No, doesn't seem to. Okay then, you can toss it down the hole. Убедили, блин. Stupid green turd? Really? See you later, stupid turd. Мама миа! Keep in line, scum. Keep it moving there. Теперь нужно постараться не тратить эликсиры.
little cold. Так, а вон про. Теперь, а, ну да. Теперь мы знаем, что нужно делать. Эта миссия реально жесткая. Жди тут, я сам. А, точно. Должно возвращаться. Ты сможешь? Да. Давай. Ты, зритель, наверное, думаешь, что мы тут делаем, и откуда мы знаем, что надо делать. Дело в том, короче, что мы... не важно. Дело в том, что мы 15 минут тупили в этой миссии, и так ничего не добились, но хотя бы мы что-то, но узнали. Короче, как-то так. A shard of pure quartz. Even stark naked, it's worth making a detour. Давай, чувак, дергай. Дергай. Молодец. Glad to be getting the hell out of here. One look at that purgatory and I suddenly want to live forever. Well, Haledrin should be in the command post she talked about. I better watch my step. Slightest alarm goes off and that bitch will leave without me. Подать сигнал. Легко сказать. Подать сигнал. Я только подарил сигнал, чтобы было без палева. Я не долетел в прошлый раз, так что давай. А ты не долетай, ты в подкате. Если сделаешь подкат, у тебя жизни не потратится. Круто, как делать подкат? А я. А. Подожди. Прикольно. Буду знать. Блять! Я в таком подвешенном состоянии чисто с камнем солился. Даже я тебя не заметил. Я мол, ты в бочке сидишь. An elite soldier guarding a plane door. They should have just put a sign on it saying "Keep out, hidden loot." She has the key right there on her. Уже один взяли, нам хватит. Вот добудем оружие, тогда можно будет вернуться. Ну что? Нет, тут нам пока ничего делать не надо, у нас нет этого задания. Поэтому просто уходим. Блин. Подать сигнал. Я уже знаю, как туда добраться. Но это очень жестко. Но можно. Такой фонарь, сука, спите. Можешь подать? Или он высоко? I was bad. Come and take my ding-a-ling away. А? Можешь подать сигнал, или он там вообще на другой стороне? Тут нужно, короче, подняться по стенке. Нужно забраться на, нужно забраться на стену и по стенке забраться к ней. А через это, для того, чтобы это сделать, нужно пройти мимо охраны. Но это можно сделать. Может, мне мостик опустить? Если можешь, опускай, но можно и к ней сходить. Давай лучше к ней, ну его нахрен отму. Погоди, тут чел ходит. А когда мы голые, мы можем выкидывать или нет? Кого? Чего выкидывать? Ну, чела выкидывать. Крын его знает. Так, я сюда. Надо забраться наверх. Ага, вижу. Нужно зайти сюда внутрь в это здание, а потом только наверх. Так, подожди. Я под стол.
стол иди. Тихо. Мой мужик возвращается. Главное стул не задеть, погоди. Мужик возвращается, осторожно. Тут вода есть. Интересно, буду сейчас. Если он будет сейчас пить воду, это победа. Да, он пьет воду. Изи. Может сейчас будет воду травануть. Так, сзади чувак. Сзади чувак. Ага, он уходит туда. Отлично. Да, он уходит. Так, если мне все получится, то я отравлю воду. А ну-ка. Палишь ты меня? Не палит, запалит, увидит. Ага, я уже понял. Жаль. Увидит. Я сейчас буду книжки читать. Можешь shift не зажимать, они не слышат. Да мне все равно, я хочу аккуратным быть. Все, отравись. Приятного. Так, а потом нужно трупак быстро заныкать, потому что вот тот может заметить. Он снова уходит в другую сторону. Давай, трус, успей умереть, пожалуйста. Давай, давай, давай. И... Бля, бля. Я его возьму. Давай. Блядь, да блин, да не бросить, а спрятать тело, спрятать душу. Спрятать красивое тело. Давай, залезай. Красивое эльфское тело. Aladrin, is that you? Yes. I'll put your stuff in a chest. It's on the barge that links the prison and Wilderan. That barge is your way out. Wilderan? The village of the goblin hunters? You've got to be kidding, right? Don't tell me you're scared of dwarves. For once you've got an opponent your own size. Не, все равно придется, блядь, опускать мост. А там никак нельзя пройти. Погоди, у тебя наверху веревка, ты можешь перелезть. Все, мост отпущен. Погоди, у тебя наверху там... А кто сейчас туда забрался? А. Меня подожди. Ну, я думаю, в этом нету смысла. Теперь нам нужно спускаться. Тут больше некуда прыгать. Наверх посмотри. Оу. Серьезно, я как-то наверх не посмотрел. Ты куда? Иди сюда. Мост уже опустили, сюда иди. Хорошо. Отлично. Вот теперь уже по-тихому мы делаем. Да, вот теперь уже все немножко так сказать. Опа! Иди погрузочную площадку. Так, люстру не кидай. Да я не собирался. Так, разве я же... на всякий случай. О. То мало ли что может произойти. Так, погрузочная площадка. Так как он к тому окну. Хочется скинуть, но жаль, что не на кого. Do you know if they found the killer of Lakima? Our late lamented queen of the Eyeless. Not yet, but we will. You can be sure of that. That talking goblin will soon reach the end of its life. It may jeopardize the agreement that Lysrel is negotiating. Without quartz, we cannot supply weapons to the other races. Кто? Нам в другую сторону. Ай, cockroach. Повезло, я успел телепортироваться. Нажми на четверку, телепортируйся к своему клону. Пойдем в эту сторону. Создал еще одного клона. Это должна быть лестница. Твою мать! Чувак, на света хоть уйди, ага. Так, рычаг. Пойти. Рычаг. Где? Я. Где-то что-то опустилось. Да блядь, не стоит это на дороге, бать. Пойдем. Шоссе годно. О,
по лестнице? Наверх? Нет. Я эту схему пытался проходить. И она очень плохо закончилась. Тихо. Что делать? Что делать? Я в панике. Что делать? Гляди, а что мы в таком случае откупорили, не понимаю. Ну, что-то мы открыли. Только непонятно что. Короче, я наверх. Ага, один спит. Ага. О, еще рычаг. А, нет. Это не рычаг. Да, блядь, открывайся быстрее! Да, блядь, дура! Беги! Бегу! Бегу! Телепортируюсь! Фу, повезло, мы клонов создали. Так, тут самое безопасное место для клона. Ну его нафиг. Так. Я так понял, это я дверь открыл, да? Или чё? Я не знаю. Кто дверь открыл? А нам вообще куда? Понятие. Ну, покрылся этим фактом, что я... А, ты уже сломал. Так, куда ж нам идти-то? Кажется, я нашел путь. Найти погрузочную площадку. Да я к ней иду. Нет, не еду. Да какого хрена ты здесь? Ты жив? Ну, поскольку у меня есть запасы клонов, то да. Да, но мы сейчас идем к кварцу. Так, я лучше создам здесь клона. Пускай здесь сидит. Если повезет, то сможем взять кварц. А ты где, кстати? Я лазерю тут, блин. Отлично. Прямо возле меня, но взять его это еще тот гемор. А без оружия, так я вообще думаю, это будет тотальный звездец. Найти погрузочную площадку. Покажите, где она, и я ее найду. Тихо. Можно это через, можно это надо через него пройти. А, давай, твой клон, сука. Уйди отсюда, я тебя прошу, уйди. Уйди, носатый. Да не обратно же. Smell of sulfur, vials, herbs. Где мой оружие? Называется, я так хотел кинжал, получил, а использовать не могу. Карма, карма, разве это? Блеванул. И запьют мой сок любви. О, я нашел чью-то спальню. Это не спальня, это больше похоже на какую-то раздевалку. Возможно. Ну, как думаешь, сможем взять? Кстати, там нам надо. Я здесь клона создам. Some pure quartz. Come to Papa. Ну вот. Осталось только забрать. Ага. Пойду забирать. Давай. А может и нет. Жестко. Чё, если что-то... О-оу.
кайф. Бля, меня в упор не едят. Воруй. Камрежи удерживать надо. А ты что думал? Some pure quartz for good old days. Я тоже пошел. Ты аж там. Так, хорошо, кварц у нас. Да блин, да где здесь погрузочная площадка, я вообще не могу найти прохода к ней. Ну надо их искать. Надо искать. А погоди-ка, погоди, кажется, мы его профукали. По-любому. А вот же! Да, нашел, молодец. Не, я нашел спуск. А. Точно. Ну, молодец. Молодец. Ага. Так, чувак. Да. Я телепортнулся, все изи. Я живой. К сожалению, я живой. Водичку пить никто не хочет. Это где, сука, выход? Ты же сказал, что нашел. Да, блин, это оказался не он. Это тупик на тупике, я, блядь, что не понимаю, куда, блядь, топать надо. Нет, сюда мы шли только ради кристалла этого. Тут нам больше ловить, я думаю, нечего. Но это не точно. А что ж ты зрячая такая, тварь? Так, оттуда мы пришли. Оттуда мы пришли. Тут должно быть хотя бы окошко, что ли, я не знаю, но хоть что-нибудь. Не знаю. Должен быть какой-то проход. Нет, он есть, но мы его не видим. Логика, блядь, просто полезно чаю. Или может путь закрыт? А, так вот оно. Нашел? Не, я просто вижу место, которое очень похоже на то, что нам нужно, но оно все закрыто. Либо нам нужно найти какой-то выход, либо открыть ворота. Как обычно, рычажком. Блин, там наверху надо тупо через верх отлезть. А, тут на третьем этаже ж была херня, которая открывает нам все. Рычаг на третьем этаже. О, стопудово. А где он, я не помню. Я иду к нему. Главное, чтобы меня не запалили. Так, тут одна баба спит, если не ошибаюсь. Да. Спи дальше. Так, и сейчас я постараюсь что-то открыть. Нажимаю на рычаг из... И ничего не открылось. Но я на него нажал. Может, нужно несколько рычагов найти. Хрен его пойми. Но с третьим этажом разобрались. Жесть. Какая-то странная миссия. Не знаю, как ты, но я уже реально запутался. Я, если честно, тоже. Тут еще и, блин, жуки бегают. Ну, отсюда мы, отсюда мы как бы покинули это место. Я тебя вернулся обратно. А, и ты тоже, да? Епичес! Да вы издеваетесь, на. А, ты тут дверь открыл? Что, нам туда? Да нет, блин. Что там? Там ничего, блин. Блин, столбали. Куда мне топать-то? Я вообще заблудился в трех соснах. Чувак, я с тобой тут солидарен. У нас у обоих топографический кретинизм.
Я в трех соснах заблудился, офигею. Я реально чуть не въехал, куда идти. Без подсказки я не вникаю. Не есть смысл идти за тобой или как? Добей. Не, здесь мы походу и шли только за этим долбатым несчастным. Чистым кварцем. Больше тут делать нечего. Мы же сюда шло основное задание, так? Я хз, блин. Молодец! В трех соснах блуждали. Офигеть. Сука! А ну, где оно было? Стой на месте. Нужно было просто, нужно было спуститься, да? Нет, надо было подняться. А, через балкон? Да, через балкон. Да. Офигеть. Надо было просто украсть кварц и идти наверх. А мы думали, куда надо идти. Фух, так, надо передохнуть. Все, продолжаем. Where? Your blood. Не, я спустился, я сбросился. Да. Нам хана. You can't run from this room forever. Нихрена себе, блин. Да ну не, вы издеваетесь, просто шутите. Пошли на баржу. Да, она прямо подо мной. Sooner or later, we will slaughter you. Амберскинс! Uh-oh. Да ты гонишь. Че, тебя запалили? Умничка же... И я набрался. Ну, молодец. Ладно, все, покидаем это место, оно меня бесит. Фух, кварц взяли, все. Sure stinks in here. Eladrin, you need to wash those socks more often, girl. Танки намек. Это еще не все. Блин, только пятая миссия. Дэн, давай на этом закончим. Я да, лично я уже тоже. Устал. Я все, я уже с этим лабиринтом я задолбался. Блин, его-то и не было, он же было просто пройти к балкону и все, и там как бы это даже не балкон, это просто такой своеобразный выход. Я туда даже не думал зайти, я даже его и не видел. Блин. Я просто вижу закрытая дверь, я вижу там такой свет над ней находится, типа знаешь, как окошко такое, там свет бьет. Я, блин, а что там за дверь-то? Я до двери не смог добраться, решил через балкон пройти. На, есть, я вышел. Это была просто массовая галлюцинация. Я понимаю, я со своим кретинизмом не смог найти. Но чтоб ты... Я заблудился. Осталась вторая часть. Закончим ее. А как еще? Конечно. Идем. Так, что у нас? Какая наша основная цель здесь? Какая дополнительная? Черт его знает. Главное, значит, сейчас отсюда выбраться нафиг. Я думаю, вряд ли выбраться. Мы сюда для чего-то залезли. Лезем. Приели. О, лаборатория. Оп.
Поздрасте. Жаль, что тут никого нет. Я хочу убить. Дайте мне кого-то убить. Меня первая половина так выбесила. О, чувак! Да, я вижу свет! Я вижу свет в конце щели! Я вижу яркий свет! Солнечный свет! Давай, открывай дверь. Wars. Great. Talk about your perfect escape routes. Get into Thoban by boat or airship. Well, I got airsick and seasick too, so it's gonna be multicolored fun either way. There's an airship from Thoban berthed at this loading dock. Talk about a lucky break. О, собрать я. Ah, shit. Dwarf. That's all I need. Uh-oh. Oh, careful. Smell me a thousand miles away with that huge honker. And it's clear he doesn't like goblins much. Uh-oh. Going back to Thoban. I want to be airsick or seasick. I just can't decide. Твоя идея закончить еще в силе. Ох, блин! Моя идея реально закончилась. Не забудь клона-то создать. А, ты мертв. Извини, у меня, я не знаю, кто проглючил и у меня FPS резко подвис. А, так, я здесь создам клона. А, ты. Это я. Так, ладно. Тут и эльфы, и гномы. Чтобы эльфы и гномы были в одном месте, это что-то новенькое. Тут не только эльфы, тут еще и люди. Класс. Итак, а судни Итак, что мы или имеем? Дирижабли? И то одинаково. Я люблю, но... я люблю высоту. Ты любишь комфорт, скажи честно, ты любишь чувствовать себя мажором. Ну, как говорится, я люблю все то, чего у меня нет в реальности. Ладно, ты за дирижабли, но я за судно. Может, хоть что-то полезное найду. Держись подальше от гномов. Таян, тихо, не пали меня. Тебя все-таки вынюхали? Не-не-не, я на крыше. Я на крыше. Так, о, сейчас один дротик полетит куда надо. Вот так вот. Ты меня достал. Ты бронированный меня бесит. Есть кто? Надо тело спрятать на всякий случай. Хоть куда-нибудь. О, идеальное место. Если не искать, то вряд ли кто найдет. Ну и плюс подарочек. Попейте, ребятки, пейте. Будьте здоровыми. Нет, я... Так, я лучше вот здесь создам... Тихо. Я клона здесь создам. Погоди, я уже почти дошел до дирижабля. Так, отлично, уничтожить клона. Создать. Изи. Я почти уже тоже до своего судна. 30 метров. У меня тоже 30 метров. Осталось совсем капелька. Главное, ни на кого не нарваться. Что? Ага. Так, о дирижабле информация есть. Стражи тут. Да хрена. Это меня что ли убили? Меня... Нет, это меня запалили. Спасибо, чувак. Интересно, а вдруг я смогу добежать до дирижабля? Нет, не надо, нет! Ну ладно, я все равно телепортируюсь. Погоди, я уже почти до него дошел. Сейчас все будет. Я почти на нем.
Умри, падла. А яд убивает из дрочка или нет? Нет. Блин. Лишь дезориентирует. Ладно. Хорошо. Сейчас я со всеми с вами справлюсь. Damn stupid troll got himself killed. Людишки медленно, но уверенно умирают. Так, понятно, этого я и не пристрелю, к сожалению. Это гном прибежал посмотреть. Твою мать. А ты где? Это, блядь, тоже тут гном. Так, я здесь создал себе клона. Так, не пали меня. Ты нюхач, но не зрячий. Отлично, я на этом судне. Так, что нужно сделать дальше? Навигационную вышку, серьезно? На вышку идти? Доставить пьяного капитана на лодку? Это у меня. Чувак, знаешь, обыскать вышку и идти сюда, это проще. Куда идти сюда? К вышке? Обыскать вышку и улететь, нежели пьяного капитана и на твою лодку вести. Давай что-то одно из двух. Чувак, я иду на вышку, лучше помоги мне. Блин, это будет долго. Капитана взял и все. Дело в шляпе. Чувак. Ну учти, если же после этого нужно что-то еще делать, клянусь, я тебя урою. Я думаю, вряд ли, но возможно. Погоди, этот гномик. Погоди, этот гномик бродит. Да я вижу. Я не могу телепортироваться, у меня пока клон вроде бы живой. Да вряд ли его там кто-то найдет, где я его оставил. Гном, уйди, я тебя прошу. Уйди, мне надо всего лишь на второй этаж на эту вышку. Ну ты нюхач. Да, опять запалил. Не. Он как бы... Он меня чует. Он, да, ну, я так, знаю, что он тебя чует. Но я за сундуком, не можешь мне подойти и проверить. Или может. Постоянно падла. Падла. Ладно, телепортируюсь. Пускай он уйдет. Я активирую, понимаю. Так, я вот так вот. Куда? Ага, тихо, я спускаюсь вниз. Давай, иди снова на лодку. Гребаный гном. Ну чё ты остановился? Все, уходи. Ты тут создал клона, да? А, здрасте. Ну это идеальное место. Где, блин? В смысле, кто меня увидел? Где? Не надо меня видеть. Я немножко срежу вас. Ну, если ты можешь попасть на вышку другим способом, то делай, я не против. Кто за? Меня что ли спалили? Да а, нет. Походу, не, походу трупа, который я оставил, заметили. Красавчик. Что еще надо делать? Все, я взял вышку. Взять документ выполнен, а что еще? Теперь нужно найти капитана этого дирижабля. Я тебя урою. Чувак, я хочу улететь. Я хочу, я мог сейчас взять пьяного какого-то неадеквата и легко удрать. Это не точно. О-оу. Я живой? Не надо! Ты клона хоть создал? Конечно. Так, ладно, пошли назад. Туда.
Куда туда-то? Нам не туда надо, нам нужно за капитаном, блин. Так правильно. Ты хочешь снова наверх подниматься? Я пойду по своей дорожке. Я, пожалуй, здесь создам клона на самой вершине, как говорится, пищевой цепи. Ой, навир. Ну что, с первым капитаном, да? Ну, я за просто капитаном иду. Тогда я за пьяным, я обманал. Всего лишь капитана взяли, да осталось. Да твою мать! Просто идти на лодке, ну вот так тебе и надо. Меня скидали всего. Вот так тебе и надо. Чтоб знал. Так, ну, сделай капитаном. Я тут тебя подожду. Тихо, не, тихо, назад. Так, где мой дротик? Пока. Бля! Подойди ко мне. Еба! Мне жопа! Подойди ко мне. Ну подойди же. Пока. Все, я почти возле капитана. Почти. Я тоже уже почти. Создам здесь клона. Да как ты меня увидел, тварь резкая? Капитан, улыбнись. Мама. Я тут сейчас себя, сука, избавлюсь. Я жив. Не знаю как, но я жив. Так, хорошо. Буду знать. Если после этого, когда мы найдем капитана, мы отсюда не уплывем, клянусь, я сделал так, что ты отсюда улетишь. А ты что думаешь, хочешь улететь на хорошем корабле, придется постараться. Да я, блядь, на лодке быстрее лучше, я все это сделал. Не, я не могу до него добраться, слишком далеко. У меня тут куча, блядь, гномов и рыцарей передо мной. Я не смогу их обойти. Тихо. Ты ошибся, чел, тут никого нет. Сейчас капитан уже будет почти у меня. Если, конечно, тут, так как я к нему иду, это правильно. Я не уверен, но... I can't find him anywhere. Бронированный, блин. Кстати, реально, капитан, вот я вижу 24 метра. Только как к нему подобраться? Там, я видел, он там какой-то охранник возле двери стоит. Я не знаю, как к нему идти. Сверху или снизу. I'll raise a taker. Верху я не смог, походу надо через главную дверь. На цепь нельзя. Жаль. Короче, сейчас до капитана пьяного доберусь, мне 15 метров осталось. И мне 12 метров. Here's the captain of the old tub. Sleeping like a big baby on its mama's. Да чё ж ты не сделаешь так, как тебя просят, Стикс? Ты готова. Капитошка у меня. Я мисс, да и как мне, блядь. Есть. Зарезали? Нет, я допрыгнул куда хотел. Так, я слышу этого пьяного капитана. Пытаюсь его как-то добраться до этого. Он в комнате, вот как к нему подойти? Столько сесюрити тут. Так, сейчас будем что-то решать. Я буду убивать. Главное, дабы у меня это получилось. Я знаю, что я сделаю. Секунду. Уничтожить клона. Создать здесь. Изи. Так что у меня будет куча попыток это сделать.
пьяный капитан. Блин, не смогу его через... его через главный ход тащить. What the? He got taken out. Серьезно, тревога. Ты только труп увидел и все. Раньше такого не делали. Ну вот, в отместку за это я тебя отправлю в воду. А я тебя на минус упас. Вот это жесткий побег. Да я хуже, чем побег из Шоушенка. Шварценеггер отдыхает. Все, они все резко заткнулись. Слава яйца. Чего за капитана? Так, выпей водичку, там бронированный. Я тебе ее отравил, только выпей. Это единственное, что я хочу от тебя. Тупой капитан. Отлично. Мой капитан почти у меня. Я бы сейчас твоего капитана тащу через три черты. Чувак, у меня капитан самый крутой, он меня любит. Почему? Это Эфрон, наш старый друг. Погоди, тот, которому мы ловили, что ли, отдали? Ну да. Его держат в камере пыток. You disappeared from Thoban, and you were my best mercenary. I was lost without you. I did what I could to survive without a real partner like you to ensure my activities. You're gonna get an infection if you lick my ass any harder. However, I'm willing to let bygones be bygones. If you take me back to Thoban, Free me? And get back the ownership title to my airship from the suite of the inn. Хорошо, я тебя освобождаю. Это первое. А дальше что нужно? Well done. We'll meet under the inn. Quiet. Да, блядь. Ты мертв? Looks like we're not leaving Wilderan anytime soon. Моего клона уже зарезали. This is crawling with dwarves and given your smell, подойди ко мне. They'll sniff you out in no time. But what's more, I heard the dwarves talking outside the inn about something. My smell. What the hell is wrong with my smell? Все, теперь он сам добежит куда надо. Это звездец. Все, теперь нужно всего лишь украсть пропуск и все. И мы улетаем. А ты сорвался с пьяным челом ехать на лодке. Удачи тебе утонуть. Оу. Я такое увидел. Голова и рука. Эпично. Пошли нафиг отсюда. Хорошо, что я решил пойти. О, артефакт. Как-то мне не особо их собираем. Тут бронированный, и воду он пить не хочет, к сожалению. Тихо. Так, а клона ты не создал. Подожди, я вроде бы создал. Нет, это я создал. Украсть пропуск. Это изи. Только дайте. Да вы задолбали, я бы сейчас мог пьяного мужика, блин, в карету посадить и все. Это не круто. Мы освободили друга, чувак, а это многого стоит. Такого друга, блин. Он нам должен. Ну ты ублюдок. Блин, долбаные гномы. Ненавижу гномов. Никогда не любил гномов. Здесь я с тобой абсолютно солидарен. Куда он делся вообще? Кто побежал? Меня глюк или кто-то тревогу поднял? Я за пропуском. А вот и он. Да? Это ты? Да, это наш друг. Вроде бы. Это ты пьяного своего здесь оставил? Да. Да, это тут не оставил. Пьяный. Не оставил, а, к сожалению, меня заарканили. Тебя палят. Тебя под гном запалил. Меня он унюхал. Да. У меня все изи.
Так, всего лишь украсть пропуск. Где, а где это, кстати? Ну иди сюда, мистер Дон. Блин, а как там мне наверх попасть? А я не вижу пути. Завтра я вижу. Ну если можешь, укради, потому что я пока туплю, как попасть наверх. Хорошо, хорошо. Изи. Я иду наверх. Немножко не так, как я хотел. Да ну давай! Блин, сука, тупой гном! Так, убрать клона. Создать здесь. Ой, не то. Не то, не то, не то. Да блин, создать клона здесь. Да твою мать, иди в задницу. Да откуда у вас, блядь, кинжалы, сукины дети? Чувак. Не кажется, или ты палишься? Палюсь? Да я спалился. Блядь, никакого гоблина. Все сдохли, блядь, гоблины ваши. Чувак, я ни разу еще почти не спалился в этой местности. Да меня гном запалил, тупо из-за угла вышел, я его не увидел. Они любят нюхать. Да блин, я был тупо в 9 метрах от пропуска. Окей. Подожди, сейчас мы его возьмем, вниз улетим. Пока не проходи, тут они все поуспокаиваются, то в такой обстановке идти нереально. Это ты? Да, это я, ну бы. Давайте, успокаивайтесь, пожалуйста. Я хочу пропуск взять. Вы все бронированы, я вас не могу убить. Да бля, да вы можете мне стуговониться, входить, бегать, бля, я вам сейчас мину, бля, понаставляю. О, мины, точно. Ну я их не люблю ставить. What the? Search this whole zone. Got it. Чего ж они такие бешеные? Тебя опять спалили? Или это меня? Так... Да я не знаю, бля, как они меня видят. Возможно, кто-то на мини подорвался. Трое установили. Не смотри наверх. Молодец. What the? What the? Давай, мне всего лишь уже наверх забраться. Не знаю, смогу ли. Где этот пропуск? Ага, понятно, 7 метров. Осталось только еще раз наверх подняться. На третий этаж. Изи. Всего лишь на третий этаж. Спать. Кто тебя заарканил? Нюхай. Не нюхай меня. А если нюхаешь, то ну не иди ко мне. А, уходи, ко мне. Уходи. Ненавижу гномов. Нет. А, это тебя запалили. Ненадолго. Спасибо. Зато теперь все тут около меня. Укради пропуск. А, блядь. Так, оно готово. Отсюда... Молодец. Все. Где условленное место? Класс. Блин. Подожди. Да я даю мины. Там я столько мин уже расставил. Там уже гномов не знаю, сколько подохло на этих минах. Отлично. Я уже почти возле него. Нет, это походу не тот пьяный чел. Это был наш друг все-таки. Так, давай. Лишь бы ты только не упал. Давай, иди ко Фрону, я не могу больше. Все. Perfect. There's a chest we're loading for Thoban. Hide yourself inside, and I'll get you to your destination. What? Отлично. Another chest? Прячемся в сундук, друг.
Сейчас нам покажут идею. Сможешь добраться? Только не говори, что связь опять прервалась. Да не, я слышу. Все, чувак, давай. Осталось всего лишь добраться. И мы улетаем. И мы улетаем, друг. Ну, блядь. А ну-ка, открой инвентарь. Не могу. Ремесло можно открыть? Я лично могу. Наверное. Кто-то тебя запалил. Я знаю. Давай добирайся, пока я отвлекаю всех на себя. Вот, не так тебе плюс. Я близко к выходу. О, 46 метров, супер. Снова создам клона. А, янтаря нет. О, найдем. Так, все, чувак. Всего лишь сундук забраться. Знаешь, блядь, не так-то просто, как кажется. Я абсолютно согласен. Но это последнее, что осталось сделать для того, чтобы наконец закончить эту миссию раз и навсегда. И забыть про нее, хотя бы до завтра. И нам останется всего лишь 4 пройти. Мы сможем. Да блядь, да забирайся, что ты дебил. Добре. Понюхать меня решил, да? На вот тебе мину, чтобы уже не нюхал. Так, сундук. Вот ты же возле него, давай, прыгай. Молодец. Фу. Фу. Come to sunny Korengar. Visit its charming prison. Enjoy a stroll through its delightful torture gardens. And learn new and unusual ways to die from its psycho high priestess, Thoban. I'm coming, baby. Maybe you should become a tour guide. Go easy on the chummy stuff. I haven't forgotten that you're involved in trafficking goblins. Отлично. Мы спасли нашего друга. Ну, относительно. И улетели, вместо того, чтобы плыть по морю. Или по океану. В бешеных волнах. А ты украл формулу? А? А ты формулу украл? Какую? Блин. Какую формулу? Ладно, не важно. Но если ты ее украл, она автоматом и мне дается. Надеюсь. Ну как, большую одну и ту же формулу два раза украсть? Я не знаю, но если эта формула вроде дается нам, чтобы нас эти гномы не чуяли. А-а, ну посмотрим следующие миссии. Ладно, давай посмотрим, будет какая-то заставка. И заканчиваем на этом. А, нет, мы к себе теперь. Фу, дом, милый дом. Наконец, больше не с этой женщиной. Давай, давай, прогружайся. Будет заставка хорошо, не будет, все, на этом заканчиваем. Синхронизация. А, не, походу, все-таки она сейчас будет вместе с нами. Where is my armor? My soldiers made off with the loot. Fucking deserters! Fucking quats! Put on a dress. Inns are always short of whores. О, боже. Orlok and Grabjack stiffed us. End of story. Where are they? Why? You want to question them? I'm guessing that the Amber is long gone. I'll start with some good old-fashioned revenge. They've gone into smuggling in Thoban. Perfect. For once it's on my patch. Фу. Все, успешно сохранено.
Это значит, что мы садимся на корточки, блин, и прощаемся. Блин, мы не получили формулу. Да забей. И без нее обойдемся. Будет трудновато. Ну-ка, открой-ка ремесло, у тебя должна быть формула. Сейчас узнаю. Ну, короче, тут Денчик уже все, и я все, поэтому мы все. И всем все.